Президент Армении Армен Саркисян считает необходимой отставку нынешнего кабинета министров во главе с Николом Пашиняном и формирование правительства национального согласия. Об этом глава государства сказал в интервью газете «Аравот». По словам Саркисяна, он старается не персонифицировать власть, решения и политические процессы в республике. Правительство Пашиняна, согласно его предложению, должно подать в отставку, а не инициировать досрочные парламентские выборы, оставаясь до их проведения у власти. При этом Саркисян сослался на международную практику. Если ты парламентская республика и у тебя кризисная ситуация, правительство подает в отставку, формируется правительство национального согласия, то есть основные партии формируют правительство, но без политических сил, только профессионала, сказал Саркисян. В стране, где парламент, общество, оппозиционные политические силы считают, что есть необходимость в поправках в избирательный кодекс и тем более во внесении изменений в основной закон, необходимо достаточное время для проведения обсуждений вплоть до конституционного референдума. Однако, поскольку парламентские силы решили провести выборы, и назначены они на июнь, то времени для реализации всего вышесказанного нет, добавил он. В обратном случае после выборов одна из партий наберет большинство, а остальные, возможно, будут недовольны. Возможно, что будет такой парламент, где ни одна из партий не будет иметь большинства, что чревато множеством проблем. То есть у нас будет нестабильный парламент, сказал Саркисян, предупредив о возможном новом кризисном витке политической ситуации в Армении.